водный путь Иордан. Ответ на цыганскую королеву. Это, конечно, и Гинка, которая меня родила, и британская королева, семья королевская. Ну, верить сказали не можем. Проверять только то. А проверили. Предали. Так что королевская семья, конечно. Кто там еще был? Вот, и, конечно, это и мать, моя дочка. Это ничего плохого нет. То есть никогда меня это не смущало. Даже гордился, что у меня такая кровь есть тоже. Вот. Ну, блядь. Вы отлично знаете, как это у нас. Не могу я жить без того рода, до цыганского. Ну, если то, пусть тогда, пожалуйста, не забывайте. По обычаю, да по-русскому. По обычаю петербургскому, да? Шампанское. Ну, не позволяет. Газированная вода. Когда буду на нашу землю с правильными людьми. Ну, отправили угрозой, блядь. Будешь медведь, тебе с тобой закончим, блядь. Я же говорю, ты, у меня маленький медведь будет. Так что давайте видим, что будете делать с них. Так и остались то тогда. А вот тот парень, его наконец там убили, да? А маленькие медведи, они остались жить, да? Таким способом. Говорят, мы с твоя дочка справимся, блядь. Я говорю, давай, скажи это перед Господом, блядь, не сука. А вот, Господом, у нас есть и государственная поддержка, так что ж. Мы, это объяснили, двусторонний процесс. Мы поддерживаем нашего государя. И не та крупная администрация, то он нас поддерживает. Доказали, я же устал уже это доказывать, что он самый они, извините. Ну, я извиняюсь, господин Си Цзиньпин, и вы, конечно, что наш лидер нашу партию, секретарь КНР, председатель, да. Вот. Парламента, Пекин. Возможно, Люси Лю, Дабл Ви, Владимир Володин. Отлично выглядит. Давайте. Ну, не надо тогда делать те ошибки, которые здесь, они все те нас засрали, насрали. Если это какая-то связь время-пространство, то, пожалуйста, смотрите, что происходит. Молодой Кремль, не знает, что делать, да? То должны и те людей, которые... Не патриоты, это пожалуйста. И те людей, которые хочет мы все народов, россиян, жили опять вместе, это не патриотизм, это что-то, зеркальный образ. Что-то такое, но не такое. Да. Как-то так, но не так. Вот, это что, ну, патриотизм без нацизм, без национализм. Вот, это красивое. То, что мы объясняем, надо знать, где координатов находится, чтобы делать все вещи правильно. Ну вот, хуже будет у них, если меня, конечно, хочет застрелять, и то наш президент объяснил, что так, блядь, не будет. Нас такой мир без России не интересует. Мировое сообщество не позволим после всех тех ошибки, которые были, показали, что это... Никак не будет, те, которые его управляют, тоже не можем довериться. Ведьмой и что учит, как это. Так что ж. Да, я же ответ дал. Вот такие сценарии, которые вы хотите меня... А, не дал еще, извините. Поставить до... Почему ты
будешь идти, когда это сможешь спокойно здесь сделать. Ну как, почему? Потому что вот это ответ и на все женщины, и на те королевы, и на наша планета Земля. Как организм, который я удушевленный, кажется, да? Ну и на вся материя в нашу Вселенную. Зато у нас нужен Господь и Всевышний, который через Него объясняет. Зато и у нас нужны такие каналы, реки, как на самом деле я, у меня такая способность какая-то получилась, не знаю почему. Что-то с генетику, да, говорят. Вот. А не только то мое ядро, может быть, оно позволяет и помогает, чтобы это быстро получалось. Может быть, там вся разница. Что-то. Да, гиперзвуковое оружие у нас, конечно. Вот. Ответ. Ну, потому что это будет статика. А статика невозможна. Невозможно, потому что есть гравитация. Таким образом, мы только будем обманывать сам собой, вы будете обманывать сам собой и весь, и все человечество, Вселенная и Господа. Через Господа, скажем. Зато и у нас это невозможно. Я должен идти по путям. Если нет, то у нас наша галактика с ним называлась Млечный Путь. Ликвид, да? Течность, он. И белый. Извините. Там потихоньку все будем когда-то как-то. Раньше вы сами скушали наши предки. Так что ж, третий закон физику против вас обратился. Вот. Его кто управляет? Всевышний, конечно. Через кого? Тоже ясно. Вселенная придает сигналы от Господа. Да, у нас это наше солнышко красивое. Оно всегда смеется. А там многие другие звезды есть. Не можем знать, какие одними нас будет поддерживать. Какие выглядят как звезды, а на самом деле это далеко черная дырка. Нацистская СТАОС, которую вы хотите. То ли что вы хотите для вашей дочки. Ну, неплохо пробовать, конечно, я сказал. Надо, чтобы потом вкусно было. А если понравится? Ну, пусть понравится. Да. И то объясняли, пенис. Самый большой, вот, 30 сантиметров, скажем. А руки у девчонки намного лучше. Чтобы помогали одна другая. Сколько будет? Это там они всегда хотят больше. Ну, такие пенисы никогда не будут. Только будет artificial. А вы и артифишного не хочете. Все сказано, блин, да? Пожалуйста. Ну, ответ, да. Статика. Вас мир не позволит. А в том числе, когда объясняю мир, вы знаете, что наш язык, слово мир, это не только планета. Вот, это и то, что так будет война. Так что ж, надеюсь, что у вас ответ уже достаточен. Меня позволите. То, что будете сказать сейчас. То, что мы хотели раньше. А вот то, что вы не хотели. То, что вы хотели, это было со мной закончить. Не по путям, а там с ваших людей. Или меня держит все время под властным. Но опять третий закон физику. Случился так, как и у людей, которые пришли от Африки, чтобы неандерталов иметь, как, ну, охотились на ними и все остальное. Да. Там, да, неандертал, N, обряд, моя буква, зодия рыба. Я ж там видно, что только могут быть две девочки.